Многие в прошлом году не верили, что этой хрупкой женщине по силам что-то изменить в устоявшейся годами деятельности городской поликлиники. Но ведь она и была назначена в марте прошлого года заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы городской больницы, так как доказала умение воплощать в жизнь свои планы. За период руководства амбулатории в станице Анапской был устранен кадровый дефицит, расширился спектр медицинских услуг, открыт дневной стационар. Всего 9 месяцев руководства городской поликлиникой, и вот ошеломительный результат. Отремонтированы кабинеты амбулаторного приема и регистратуры, хирургическое отделение. Оснащены современным оборудованием хирургические и травматологические кабинеты. Для решения проблемы дефицита врачей-специалистов проводится работа по привлечению кадров. Штат поликлиники пополнился 11 специалистами. Продолжительное время не было ни одного. Сейчас 2 онколога, 4 терапевта, невролог, гастроэнтеролог, 2 эндокринолога. Приступил к работе врач редкой профессии – нефролог. С начала этого года в поликлинике будут принимать 6 окулистов и 4 травматолога. В номинации «Новое поколение» награждена заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Елена Александровна Паркина.